Всем привет, друзья! Задолбал всех уже я своими экспериментами, но это не в рамках проекта, это уже такие нюансы, доводки, и я кое-что хотел в видеоформате запечатлеть. Но прежде всего поблагодарить вам всем, всем донаторам Советского Союза, хотел сказать. Ну, всем донаторам моего канала, потому что вчера капнула определенная сумма благодаря Александру Мягкову. Он сделал так, чтобы система сработала. Короче, есть возможность теперь завтра, сегодня воскресенье, другой вентилятор. Там я уже нашел, закажу. И термоскотч нужен, потому что палец вот этот, в смысле не палец, а термодатчик, я, к сожалению, там не могу очень хорошо закрепить. И уж вчера я почувствовал это на том, что вроде бы все те же параметры, а он не может показать температуру. Хотя температура кадров такая, как и была по дельте, а контроль температуры дерьмо, потому что он там болтается в этой ложбинке. Но бог с ним. Сегодня я хочу сделать, решить для себя, будем мы делать термосюртук для Кэнона или нет. Поэтому я сейчас вот устаканил, наружная температура сегодня вот 9 градусов, 9,1, 9,2, вот там болтаются стрелочки, то есть она до минимума дошла своего. Сейчас включаю пельте на таком, на такой компоновке, как вы привыкли видеть. Вот, получаем какой-то свой минимум там, неважно, какой он там будет, какой-то там. Вот, а потом я одеваю ему морду лица, ту, ну, старенькую, которую когда-то все раскритиковали, этот мой термосаркофаг. Ну, тогда вы были правы. Потому что камера очень холодная становится со временем. Естественно, мы греем, ну, охлаждаем окружающий воздух. Зачем нам это нужно? Поэтому, чтобы этого не происходило, хотя бы морду лица ему закрыть надо будет. Конечно, не в такой жуткой форм-факторе. Я просто планирую потом стречь пленка. Мы оборачиваем его тщательно, защищаем. Берется монтажная пена и туда вдавливается он. И мы получаем уже форму вот прямо прилегания. И дальше внешнюю сторону выпиливаем там, как нам нравится. И на липучках там она будет одеваться и сниматься. Но для того, чтобы понять, насколько это эффективно и стоит ли вообще мазаться об это все дело, я и задумал это провести сейчас. Поэтому я сейчас включаю, достигаю минимума, показываю вам минимум. А потом ставим вот с этой историей все. Мы только туда положим его вниз, чтобы он прилегал туда хорошо. И проверим, стоит ли вот это того, чтобы, ну, даст ли это какой-то прирост. У нас сейчас где-то 11:50 утра, то есть солнце еще всходит, поэтому внешняя температура отнюдь падать не будет. На улице прохладнее, поэтому вынес все на улицу. Пошел, посмотрел в машине, вообще-то в машине показывает 7 градусов. Здесь вот вынес на улицу, сразу с 9 до 8,5 снизилось. Ну все, ниже 8,1 она не опускается уже длительное время. Я стартую, и потом будем с вами одевать ему термосюртук и смотреть, насколько это может повлиять. Все, поехали. Так, ладно, короче, не буду я тут стоять еще черти сколько ждать. 8,8 мы подкладываем. Прячем его. Вот этот, хотя бы чуть-чуть его защищаем. Вот так вот. Клюв я сюда сдвинул, поэтому подставлял деревяшку, чтобы он, ну, лег в свое ложе. Ну, сделал такую имитацию еще. Кусочка камеры заклеил этим самым изолентой. Просто прихватил чуть-чуть. Там. Ту сторону, естественно, я не могу там сделать ничего. Да и фиг с ней. Ну, как бы, то, что возможно, было максимально подизолировало. Такая изоляция очень сомнительного. Ладно, но пока вот сколько, 5-7 минут идет. Ну вот полградуса типа выиграли. Ну, посмотрим. В принципе, это, я думаю, что вот это все будет работать на очень длительных по времени моментах. То есть это не сразу будут давать какие-то вещи. Но то, что это будет работать, это 100%. Поэтому стоит подумать о термоодежке, термосюртуке таком. Ну, в принципе, вот наглядно. Сейчас, я думаю, как я сказал, еще 20 минут, значит, ну, 7 минут прошло, значит, еще минут 13. И посмотрим, что даст это нам. Еще прошло минут 5-7. Все, дальше уже нет смысла продолжать. Оно уперлось уже длительный период времени. Вот я, как включаю камеру, начинаю с вами говорить, оно раз еще там на какой-то комариный носик.
снижается. Но в результате я так понимаю, что есть смысл его одевать, только более в приличном, конечно, удобоваримом виде, потому что по-любому это дает каких-то там, ну, градус не градус, но полградуса железных, даже больше. Поэтому мы с вами, добиваясь своего рекорда сегодняшнего, что говорим друг другу? Всем удачи, пока, до новых встреч.